Друзья, в эту местность мы шли именно, чтобы увидеть. Мы видим, что здесь такая местность, то, что любят маслята. Да, видите? Показываю вам прекрасный маслючок. Да. А мы сюда пришли, молоденькая сосонка. Именно та местность, мох, должна быть молоденькая сосонка, мох. О, сейчас иду. Нашли белый гриб. Пока я еще не отключилась, покажу. Вот опять же там, где и маслята, белые. Ну, короче, грибной сезон начался в нашем Днепропетровском регионе. Ну, красавец, показываю. Выкручиваем его. Красавец, красотулечка. Когда ты ходишь и действительно их находишь, ну, это очень приятно. Называю тихо. Так, и мы ему луночку пусть растет дальше. Смотрим, молоденький. Замечательно, какая ножка у него. Какая шляпка, какой красавец. А собирались в этой местности найти просто маслята. Друзья, кто забыл еще подписаться на мой канал, обязательно подписывайтесь. Будем дружить, пишите комментарии. До новых встреч в эфире.